Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Если вы придете в испанский ресторан, то с вероятностью в 50% в меню обнаружите такие строчки: «Парриада де карне» и «Парриада де мариско». «Парриада» в переводе с испанского – это гриль. То есть «Парриада де карне» – это мясо на гриле, а «Парриада де мариско» – соответственно, морепродукты на гриле. Особенностью же данного блюда является то, что это не какое-то конкретное мясо. Нет, заказывайте такое блюдо и получайте здоровенную тарелку. В меню вообще чаще всего упоминание, что блюдо минимум на 2 персон. Так вот, здоровенную тарелку, на которой будет куча всякого разного мяса. Там может быть одновременно и говядина, и баранина, и свинина, и птица, по парочке кусочков каждого. И колбасок с грилем могут парочку положить, и палочку шашлычка какого-нибудь. Короче, классная штука. Беда в том, что в туристических заведениях, а скорее всего летом в Испании вы именно в такой попадете, мясо будет скорее всего сильно пересушено. Поэтому, если вы хотите ощутить всю прелесть парриады так, как она первоначально задумывалась, то лучше все приготовить самостоятельно. Мне вот захотелось. Поэтому я набрал всякого разного. Смотрите, здесь у меня куриные крылышки, уже разобранные на части. Здесь кусок грудки индейки. Здесь нога барашка, напиленная в магазине на стейке. А здесь грудинка свиная, бескостная уже. Свининка берийская. Смотрите, какая красивая. Даже парочку кусочков андалусийской мраморной говядины я запасся. Короче, ждет сегодня меня и мое семейство настоящий пир духа и праздник желудка. А соседей окрестных только пир духа. Мясо будет очень духовитым. К такому большому количеству мяса гарнир должен быть полегче, как мне кажется. У меня это будут запеченные овощи. И обязательно соус. Это будет одна из разновидностей сальса верде, латиноамериканская версия. Начну я с подготовки шашлычков из индейки. Нарежу. И красного острого перца сюда хлопьями и соли. Зеленого сладкого тоже надо нарезать вот такими пластинками. А к индейке немного масла оливкового и перемешать. Теперь собрать шашлычки. Шпажки у меня в воде замочены, лежали полчасика, наверное. Отлично. А теперь с куриными крылышками разберусь. Чеснок нарежу пластинками, чтобы легче его снимать потом с крылышек. Мелкий-то подгорать будет. Масло оливковое, соль, красный острый перец и зира. Крылышки и перемешать. Отлично. В масляном маринаде они пропитаются всеми вкусами и ароматами очень быстро. Все остальное мясо я отправлю на гриль без предварительной подготовки. Так, угли, ну, до углей еще глаза вытрясешь. Так что у меня есть время начать работу над соусом. Опять же, понадобится зубок чеснока и зелень. Ее надо будет пробить блендером. Но чтобы проще это сделать, сначала нарублю ее. Цедру лайма сюда же. Сок лайма тоже будет не лишним. Так, масло оливковое. Экстра вержин холодного отжима. Такое ароматное, знаете, с горчинкой. И уже можно немного пожужжать. Отлично. Предварительная часть готовки соуса выполнена. Все остальное будет чуть позже. Отлично. Уже можно подпалить овощи. Мне надо очень быстро подпалить шкурку на овощах. Угли очень горячие, так что все произойдет чрезвычайно быстро. Часть пойдет в соус. Это я сейчас вот про вот этот зеленый помидор, про этот вот перец зеленый, он относительно сладкий. И про чили перец, конечно. Чили у меня вполне себе острый. Конечно, не так, как хотелось бы, но все же.
а остальные овощи пойдут на гарнир. Это вот такие вот сладкие перцы, это сладкий белый лук и баклажан. Такая штука, родом из Каталонии, называется она эскалевада. Ну, вернее, эскалевадой она станет после того, как я заправлю печеные овощи маслом и бальзамическим уксусом. Достаточно, можно убирать с углей. Сейчас остынет. Здесь ценен аромат именно вот этой вот сгоревшей шкурки. Ее, понятно, уберу, но запах этого дымка никуда не денется. Угли уже можно раскладывать. И соли сюда. Эскалевада готова, пусть настаивается. Конечно же, можно в нее и чеснока добавить, но у меня соус будет очень острый и чесночный, так что не буду усугублять. Теперь надо с соусом разобраться. Красота! Соус готов, и решетка уже хорошо прогрелась. Надо ее маслом протереть. Начну с крылышек и индейки. Все остальное присолить и приправить черным перцем. Вот так. Я уже предвкушаю. Наверняка соседи в радиусе минимум 200, а то 300 метров стоят, вытянувшись по струнке и носом точно на этот гриль. Баранинка, свининка, чудо! Короче, сейчас все дойдет до кондиции и за стол. Лето, солнце, прияда, эскалевада, немного вина. Красота. Начну я, наверное, с баранинки. Так. Молодая баранина с вот этим острейшим, жгучим, ярким, пряным ароматным соусом. О, все аж пылает, горит. Там чеснок, там острый перец, там мята, кинза. Чудо, просто чудо. И зеленый помидор. Вот со сладким помидором, наверное, будет немножко не то, он будет сластить. А здесь такая кислота и свежесть присутствует. Классная штука. Ой, обалдеть. Так, следующий кусман у меня будет кусочек говядинки.
чистый вкус подрумяненный, смотрите. Слушайте, это класс. За счет того, что это жирная говядина, такая мраморная вся, она сочная. Конечно, все это нужно есть горячим. Остынет — будет не то. Мой юный оператор уже требует мяса. Поэтому так, быстро проходимся по свининке. Это свининка, вот эта, которая грудинка. Грудинка, она же панчетта, с небольшими прослойками сала, с большим количеством мяса и со шкуркой, тоненькой нежной шкуркой. Чудо. Просто чудо. Ну и завершу я все с клевадой. Сладким луком. Она вся вкусна, она вся прекрасна, но сладкий лук с бальзамиком особенно прекрасен. Чудо! Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Ваше здоровье. Всем пока! Крылышки лошадные.